Добрый день! Если вы хотите очистить свой компьютер от разного хлама, применяйте программку CCleaner, которая поможет вам добиться отличного результата и быстродействия вашего компьютера. Что для этого надо? Переходим в программку CCleaner. Открывается окошко. Так. Здесь уже по определению выставлено все, что можно почистить на вашем компьютере, поэтому можно даже ничего и не трогать. Просто кликайте «Анализ». И вот начинается идти анализ тех всех временных файлов, куки, журналов посещений, загрузок. Вот произошел анализ, и мы видим, что будет очищено 326 мегабайт. Теперь кликаем «Очистка», и начинается автоматическая очистка от всех ненужных нам файлов. И вот смотрим, что очищено 379 мегабайт. Все, теперь программу можно эту закрыть. Можно, конечно, почистить еще реестр, там есть отдельная вкладочка, но не рекомендую ее часто делать. На этом урок окончен, всего хорошего.